Здравствуйте, уважаемые зрители! Всемирная пандемия продолжается. Она беспощадна ко всем, независимо от возраста и специальности. Масштабы ее видны по уходу знаменитых людей. Если уход простых людей может остаться незамеченным обществу, то смерть известного человека не остается незамеченной. Многие из этих людей внесли огромный вклад в культурное развитие страны. Они были преданы своей профессии до конца своих дней. Им было бы очень приятно знать, что зрители не остаются равнодушными и пишут слова соболезнования, высказывая свою скорбь. Наш канал просит всех быть как можно осторожнее и беречь себя. Пандемия беспощадна к учителям, шахтерам, военным, продавцам и другим представителям рабочих специальностей. Сегодня пришла печальная новость. Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве. Трагическая новость буквально потрясла российский шоу-бизнес. Российского актера театра и кино не стало на 64-м году жизни. Он скончался еще 27 августа, но о его кончине стало известно только вчера. Причина смерти Владимира Яковлева не сообщается. Знавшие актера люди уверены, что родственники пытались скрыть смерть для того, чтобы разделить его имущество. По их утверждениям, у актера были дети, с которыми он долгое время не общался. Именно их хотели оградить от наследства. Артист больше всего полюбился за работы в сериалах «Карпов» и «Меч». Среди самых известных и популярных проектов с его участием – «Исповедь содержанки», «Интерны», «След», «Марш турецкого», «Зверобой», «Ранетки», «Глухарь». В фильмографии Яковлева значится более 170 работ. Имеются и главные роли. Андрей Малахов будет разбираться в программе «Прямой эфир», почему родственники скрыли смерть.